На месте Тихих улиц, в самом центре современного Ярославля, 408 лет назад произошла попытка убийства очень известного человека. Летом 1612 года князь Дмитрий Пожарский готовился к освободительному походу на Москву. Там засел польский гарнизон и подчинявшееся оккупантам боярское правительство. Именно Ярославль стал в Тихвине столицей патриотических сил. Собранное Мининым и Пожарским ополчение являлось грозной силой. Враги боялись его и попытались уничтожить князя Пожарского. В Ярославль были посланы наемные убийцы. Когда Пожарский осматривал пушки, с которыми намеревался штурмовать Москву, в толпе к нему подобрался заговорщик и попытался нанести удар ножом. Но сопровождавший князя казак успел прикрыть его собой, и Пожарский не пострадал. Заговорщиков схватили, а вскоре ополчение выступило в поход на Москву. С собой ратники несли чудотворную икону Казанской Божией Матери. Народ объединился для спасения страны. В память об изгнании врага из Москвы уже в 17 веке день чудотворной иконы Казанской Божией Матери стали отмечать как особый праздник. Сейчас он приходится на 4 ноября по новому календарю.